А в Ленске в Центральной библиотеке прошел творческий вечер и презентация новой книги, известной в литературном обществе города Галины Лучиной. В сборник стихов вошли произведения, написанные автором в последнее время. Подробности в следующем сюжете. Сборник стихов, озаглавленный строчкой «Из тундровой тайги спешу я в лето» – первая авторская книга поэтессы. До этого Галина Лучина печаталась в нескольких изданиях совместно с другими литераторами. В этой книге мои любимые стихи. Посвящены они жителям нашего Ленска, водителям, моим коллегам, любимым. Открывая вечер, Галина Лучина поблагодарила собравшихся и тех, кто участвовал в создании и издании произведения. Коллеги по творческому цеху, члены городского литературного объединения «Фламинго» не остались без ответа. И в свою очередь пожелали дебютанту новых успехов и книг. Галина замечательный народный поэт. И эта книжка заслуженная, она долгожданная. Она пишет о людях, она пишет о водителях для водителей. Она пишет о их женах, и она сама прошла путь вот женщины, которая ждала. Стихи и проза – это любимое увлечение женщины. Основная работа – преподаватель специальных дисциплин в Ленском технологическом техникуме. Поэтому творческий вечер не мог не состояться без участия коллег по учебному заведению, которые отмечали и успехи не только на литературном поприще, но и в преподавательской деятельности. Сама фамилия говорит за себя. Она наша лучезарная, солнечная, очень светлый, творческий человек. Соответственно, я как профессионал, она состоялась уже очень-очень давно. Она преподаватель высшей категории. В этом году она получила знак отличник образования Республики Саха-Якутия. И, конечно, этот вечер не обошелся без поздравлений от ее любимых учеников, которые, как оказалось, хорошо знакомы с творчеством Галины Лучиной. Уже, в принципе, не первый год с того времени, как начали у нее учиться, сразу же узнали то, что она занимается творчеством и пишет. Сборник довольно хороший, в нем ощущается дух нашего города. На презентации звучало еще множество теплых слов от коллег и друзей. А завершился вечер выступлением поэтессы, которая с удовольствием прочитала стихи из нового сборника. Сергей Евсюков, Виталий Андреев.